Друзья, всем привет! С вами Ирина, и вы на канале «Москвичка. Жизнь в большом городе». Что-то поперхнулась. Что-то, кстати, немножко горло побаливает как будто. Как бы не простыть. У нас в Москве такая холодрыга стояла все эти дни, ну и сильные дожди были, все заливало, но сейчас вроде бы стало потеплее немножко. Вот, сегодня солнышко вышло, и погода уже налаживается. Так что надеюсь, что уже будет тепло. Все-таки уже началось лето. Я с новой стрижкой подстриглась. Каре были у меня вот такие длинные уже волосы. Вот, сначала хотела отращивать, уже был такой типа каскадика у меня. Ну, решила все отстричь и сделать покороче, потому что все равно делала все в хвост, мне неудобно было абсолютно ходить, и я решила все-таки отстричь себе и, по-моему, ну, напишите в комментариях, как вам. По-моему, нормально мне. Ну, я всегда ходила с каре, во всяком случае, всегда. Поэтому сейчас тоже. Просто единственное, что я сделала себе челку. Вот. Я обычно закалывала, а теперь я с челкой. И я на себя смотрю, мне кажется, я вообще какая-то другая и какая-то странная, ну не знаю. Напишите в комментариях, как вам вообще моя стрижка с челкой, как я вам нравлюсь, нет. Вот, сейчас мы с вами, девчонки, отправимся в магазин. Я хочу съездить в магазин Модис и посмотреть, открыт ли он, во-первых. И если он открыт, то я сниму там как видео с какими-то новыми, с новой одеждой, с новыми моделями. Там неплохой магазин, там хорошие модели, симпатичненькие и очень доступные цены. Вот, так что, девчонки, давайте пойдемте со мной в магазин. Ну и ребята, кстати, там есть тоже мужской отдел неплохой и детский отдел. Вот, так что пойдемте гулять. Так, уже через 30 минут на новом радио. У вас работает. А вот я вижу Инсити. Здесь есть. Здесь стоковый Инсити. Стоковый с распродажей. Но он закрыт. А находится этот вот филиал. Здесь метро Черкизовская. И здесь такой торговый центр большой. Этот закрыт. И, кстати, тут Красный Октябрь есть магазин. А Модис открыт. Ну вот мы с вами идем в Модис. Ура, ура! Новая коллекция. Джинсовое все. Сарафанчик джинсовый. Ну как по джинсовый, в смысле, расцветка. Так, а цена его 1799. А он такой, как гипюровый какой-то, шифоновый. Тонкие лямки. Белые джинсики 1599. Вот джинсики неплохие. Желтенькая отстрочка. Свет здесь не очень хороший. 1599. Сарафанчик 1599. Джинс 1799. Блузка вот такая. Тоже легкая, но синтетика. Есть вот такой комбинезон. Очень хороший материал, приятный. Джинса такая тонкая-тонкая, легкая, летняя. 1999. Процентная Лиоцел. Лиоцел. Размеры 42. Так, 44. 46. Маску сниму. 48, XL и L. Самый большой XL. Сумочки
799. Плетеные вот такие. Тоже симпатично. Укороченный футболк 799. Шортики тоже 799. Сзади кармашек потайной. Вот такой ремешок. А, вот такие черные есть, кстати. Ой, черные классные. Черные обалденные. Тонкие, легкие. Ой, материал такой струящийся. Так, ну-ка, цена 799. Отлично. Обалденные. 42. Размеры разные, видно. Кармашки есть. Они не обтягивают, расклешенные. Вот эти суперские шортики. Шортики померить уж очень мне такие нравятся. Есть вот такой комбинезон. Там был с рукавчиками. А здесь комбинезон вот такой уже. Без рукавов. Внизу на резинке. Внизу резиночка. И два глубоких выреза. 1799. Футболки по 399. Брюки желтые 1599. Широкий пояс. А маску, потому что здесь не очень много народу. И невозможно так разговаривать. Смотрите, какой пиджачок летний. Цена его 1799. Полиэстер 95% и эластан. Здесь, я так понимаю, можно подкрутить рукава. Да, есть. Вот, смотрите, кнопочка. Яркий, желтый, красивый пиджак. Так, это что у нас? Черная такая маечка. 599. Есть вот такой пиджачок. 46 размер. Вот это висит. Такой огромный. 46. Ой, материал какой хороший. Приятный материал. Что у нас за материал? Вискоза 85% и 15 лен. И почти 3000. Блузочка 1300. Белая, белоснежная. Разрез длинная. Сзади еще длинней. Сзади удлиняется. Выбитый такой рисунок. Полупрозрачная. Длину показываю. Такая длина блузки. Вот такие кожаные курточки укороченные. 2499. Ну, цвета вот, ну, мне больше всего бордовые нравятся. Эти такие яркие. Красные. Блузочка 599 рублей. Материал тоже очень легкий. Она желтого цвета. Здесь на камере немножко не передает. 599. Вискоза. 100%. Обалденный материал. Легкая, струящаяся такая блузочка. Так, и здесь, по-моему, тоже такая же белая. Горошек.
Белоснежная она. На видео не передает. Не знаю, как показать даже. Вот белая. Угу. Такая же синяя в горошек есть. И есть просто синего цвета. Это все 599 вискоза. А на этой полочке футболки по 199 рублей. Вот розовенькая, нежная такая. Так, что тут? 95 хлопка. Белая. Желтая, зеленая. Горошек блузка. 999. Полиэстер. Юбочка красная. 100% хлопок. 1299. Такая юбочка. Вот такая футболочка есть интересная. Разные размеры. 399 рублей. Такой рисуночек блестящий. Легкая, тоненькая футболка. Отличный материал. И разные размеры. Кстати, такие шорты, как черные, только хаки. Даже еще лучше. Хаки. Да, 799. Вот они. Маечки вот такие по 249 рублей. Вот такого плана. И разные цвета. А куртка 2499. Это не сарафанчик, а вот такой платьице. 999 кроссовки на высокой подошве, легкие, отличные. Девочек для... Ой, господи, девочки, юбочки для девочек отличные. Смотрите, какие. 999. Обалденные коротенькие юбочки. Ветровки вот такие яркие. С капюшончиком. Внизу утяжечки есть. Молния. Карманы. 1599. За 1799 вот такая еще ветровка. Тоже прикольная. С капюшоном. Очень красиво смотрится. Дарите близким радость выбора. Подарочная карта Модис. Отличная возможность сделать... За 399 футболочки.
белые, вот такие вот с окантовочкой белые. Цветом и фасоном. Выбирайте подарочные карты номиналом 500 или 1000 рублей. Подробности уточните у продавцов-консультантов. Хотите весь год покупать вещи по ценам, в которые невозможно поверить? Вступайте в Модис Френдс уже сегодня. Целый ряд джинс есть, пожалуйста. Это тоже все джинсы. Размеры 52 до 58. Без рукавки 2499. 1600 вот такие без рукавки. Нежно-розовые и темно-синие. Точно такие же ветровки раньше продавались в Заре, полосатые. 1799. С капюшончиком. Тоже приятный материал очень. Полиэстер, но для куртки отлично. Еще вот такие курточки есть, синяя и белая, 599. Вот такие вот шортики есть, 60% хлопок и полиэстер, 599. Огромный выбор купальников. Цены на бюстгальтеры 399, а на трусики 299. Смежные купальнички 1299. Такой бюстгальтер стоит 699. Смежный купальничек 2299. Это тоже все в футболке. 399 рублей цена. Вещи по ценам, которые невозможно поверить. Вступайте в Модис Френдс уже сегодня. Шлёпанцы. 25 рублей. Футболка. Вот еще купальнички. Покупайте больше, платите 799, вот вижу. Бюстгальтеры стоят. А трусики 499. Джинсы 1799. А здесь, я так поняла, размеры 52-58 стоечка. И вот разные. Тут тоже есть и платьишки с запахом, и джинсы, и рубашки. Вот, например, такие брючки расклешенные. Смотрите, широкие очень. Размер 5XL, 58, 1299 рублей. 100% полиэстер, но приятный, легкий. Здесь отдел есть с кедиками, с кроссовочками. Ну, небольшой выбор. Аксессуары всякие, сумочки, кепки, носки, колготки. И отдел с нижним бельем, с сорочками, с халатиками, с бюстгальтерами. Огромный отдел. Бюстгальтеры цены 699. Есть еще 499. Трусики 199, 299.
Вот, например, 1299 на мальчика курточка джинсовая. 129 обычные. А уже вот такие 299 с рисуночками. 399 курточки. Это все на мальчика. 399. Прелесть такая вообще. Такая панамочка. С ленточкой. Для девочек вообще рай. Это все для девочек. Смотрите, прелесть какая. Померила джинсики вот эти с бусинками. Вроде сели нормально, но вот в этом месте здесь мне не очень что-то нравится. Как-то при ходьбе здесь, по-моему, не очень. А так вроде симпатичная. И длина то, что надо, не в обтяжку. Это вот блузочка вот в горошек, которая была там еще темно-синяя и желтая. Отлично сидит. Легкая, вообще отличная блузка. Шикарная просто.